И всем огромнейший привет! Вы находитесь на канале SoberVision. И сегодня мы проведем очень крутой эксперимент. Как же, ребята, я за вами соскучился. И не знаю, зачем я трясу руками в кадре, но это так классно. И я, ребята, завел настоящую змею. Причем не обычную змею, а ядовитую. И сегодня мы с вами ее посадим прямо в формикарий к муравьям. И посмотрим на их реакцию. Поехали! Всем привет, ребята! Я Алекс Дабл Ти, и я зарабатываю деньги в интернете. Это мой стандартный вывод за один месяц. Вот я их держу в руке, деньги, чтобы их ветром не сдуло. Вот это моя машина, вот это машина моей жены. Нет, вот это моя машина. Сейчас я покажу, как я зарабатываю деньги. Ну что, ребята, сейчас я достану эту змею, она самая настоящая ядовитая. Так, внимательно достаю. Ух ты, это настоящая кобра, ребята, посмотрите, какой у нее классный капюшон. Как же я боюсь этой змеи, но пока она маленькая, и мы сможем ее посадить прямо в домик к муравьям. Давайте же скорее ее туда опустим и посмотрим на реакцию муравьев. Итак, кладем ее на арену. Как же наши муравьи отнесутся к этой кобре? Смотрите, они забегали, они ее испугались. Они первый раз видят такую свирепую змею. Посмотрите, как они начали метаться. Они как бы говорят: «Ого, что это такое большое лежит на арене?» Но что же со змеей? Смотрите, она застыла, она совсем не реагирует на наших муравьев. Вот это классно, такой реакции я точно не ожидал. Это так здорово, ребята, смотрите. Муравьи носятся по змее, а у нее ноль реакции. Это действительно крутой эксперимент. Посмотрите, да это просто челлендж. В общем-то, ребята, кобра так и не отреагировала. Она сидит спокойно, а муравьи по ней бегают. На этом наш эксперимент мы будем завершать. Если вы хотите, чтобы я выжил сок из богомолов, ставьте лайк и пишите свое мнение в комментариях.